anda ve Aliyev de ekranda Putin'le beraber. Конфликтов в нашем регионе, на пространстве Евразии. И то, что он сегодня подходит к своему концу, является историческим событием. Историческим событием, в первую очередь, для народа Азербайджана, который освобождается от многолетней оккупации. Также это торжество норм и принципов международного права. Evet, bugün tarihi bir anın yaşandığına vurgu yapıyor Azerbaycan lideri İlham Aliyev. Ermenistan ve Azerbaycan halklarının çıkarları dikkate alınarak bir anlaşma imzalandığını ifade ediyor. Стран подписывают этот документ, говорит об особой роли Российской Федерации в урегулировании этого конфликта и уверен, что роль Российской Федерации в дальнейшей деятельности в регионе, в том числе... Evet, bugün üç liderin bu belgeyi imzalaması Rusya'nın aktif rolünün bir göstergesidir, diyor Aliyev. Азербайджаном и Армении будет также весомой. Хотел бы также выразить благодарность сегодня президенту Турецкой Республики господину Реджеп Тайип Эрдогану за его активное Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiğini söylüyor İlham Aliyev. Конфликта. И одним из пунктов сегодняшнего siyasi desteğinden dolayı bu sürecin başından sonuna миссия России и Турции, тем самым мы создаем новый совершенно формат взаимодействия в регионе не только в рамках урегулирования конфликта, но и будущего развития. Потому что одним из пунктов является также разблокирование всех транспортных коммуникаций, что пойдет на пользу всем странам регионе. Поэтому сегодня с чувством радости, с чувством гордости я подписываю этот документ и хотел бы поздравить bugün bu belgeyi sevinçle, gururla imzaladığını söylüyor İlham Aliyev. Bütün Azerbaycan halkını da tebrik ediyor. И во благо интересов как армянского, так и азербайджанского народа. Россия со своей стороны сделает все для того, чтобы... Путин де бу анлашманын Азербайджан ве Арменистан халкларынын файдасына олучагын ифаде эдерек башлыйор конушмасына. Заявление, которое мы подписываем сегодня, чтобы все они исполнялись. Благодарю вас. Спасибо, Владимир Владимирович. Перейдем к подписанию. Evet, imzalanmaya geçiliyor. Anlaşma imzalanıyor şu anda Dağlık Karabağ'da. Yılların ardından, 30 yıllık bir sürecin ardından zafer getiren, Azerbaycan'a zafer getiren o anlaşma imzalanıyor şu anda. Bu bir zafer anlaşması. Bu Ermenistan'ın yenilgiyi kabul ettiğinin kayda geçirilmesi. Rus lider Vladimir Putin bir yanda, Azerbaycan lideri İlham Aliyev diğer yanda video konferans yöntemiyle duyurdular bu tarihi anlaşmayı. Evet, gerçekten tarihi bir Rus şu anda. Yıllarca bu anı bekledi Azerbaycan halkı. 27 Eylül'den sonra bir vatan muharebesi yürüttü Azerbaycan. Adım adım sahada ilerledi ve yıllardır işgal altında olan topraklarını bir bir işgalden kurtardı. İşte sonunda bu anlaşmayla taçlanıyor bu süreç. İki lider birbirine teşekkür ediyor şu anda. Хочу выразить надежду на то, что мы с вами сделали доброе дело и создали хорошие базовые условия для поступательного развития отношений между всеми странами. O bölgede yaşayan halklar için çok iyi bir iş yaptık diyor Vladimir Putin. Которые проживают на этих территориях во благо азербайджанского и армянского народа. Благодарю вас. Спасибо еще раз, Владимир Владимирович, благодарю вас за ваше личное участие и уверен, что то, что сегодня произошло, останется очень важным историческим днем в истории народов России, Азербайджана и Армении. Спасибо еще раз. Evet, İlham Aliyev de bir kez daha Vladimir Putin'e teşekkür etti katkılarından ötürü sürece.